рассмотрим метод укрепления шара крафт-бумагой. В данном случае это крафт-лента шириной где-то 3,5 см. Будут использоваться два отрезка длиной 2 метра, ширина 3,5 см. Почему именно такие параметры? Это исходя из расчетов из книги Такео Шимизу. Там, в общем, есть формула специальная, наверное, многие знают. В общем, сначала смажем шарик клеем, чтобы лучше бумага липла, так как сами скорлупки, они сухие. Так, Шимизу нам предлагает укреплять следующим способом. Насколько я понял, то это делается вот так. Состоит это из 7 сегментов. Первый проходит по всей окружности. Вот он. Так, вот это третий. Второй сегмент, он не внахлёст, а вот здесь буквально чуть-чуть должен доходить. Третий сегмент. Четвертый. Пятый. Шестой. И седьмой. Вот, это получился у нас один слой. В принципе, метода нормальная, но я все-таки предпочитаю делать вот таким способом. Также делаем по всей окружности, а потом легким движением руки. Раз, два, три. Переворачиваем. Вот здесь у нас пустая часть. Раз, два, три. И все, вот таким макаром вот эти две ленты длиной 2 метра, шириной 3,5 сантиметра нужно на 3-дюймовый шарик намотать. По моим подсчетам, на 4-дюймовый шарик, вот на такой, нужно 6 таких ленточек. Клей используется для замачивания бумаги. Обойный момент, классик. Бумага намазывается клеем, выдерживается в пакете. Но я лично ночью выдерживаю, чтобы она приобрела более эластичную такую фактуру, чтобы лучше с ней было работать удобнее. В общем, вот таким вот макаром происходит наклейка. Ну вот, вторая лента подошла к концу практически. Специально не стал снимать весь процесс, потому что это неинтересно и утомительно. Оклейка вот такого 3-дюймового шарика занимает буквально, ну, может,
минуты 3-4, может даже меньше. Ну все. По расчетам было именно две вот такие ленточки использовать бумажные. Считал по площади. И не знаю, случайно это или нет, получилось, что данное количество бумаги как раз идеально. То есть зазор в мортире получается самое то. Вот можно под конец немножечко клеем обмазать. Вот все, готовый шар. Теперь его сушить и можно использовать по назначению. Так, сейчас проверим зазор на мортире. Мортира 3 дюйма. Ничего сложного нет, не надо ничего там четко все вырезать, просто наклеить под калибр и все. Получается приличные шарики, работают хорошо.